Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и наконец-то свершилась, сбылась мечта тех, кто хотели себе прогу 46-ю. Огромное количество комментариев под моими видео, когда в конце концов она появится на продаже, и вот она появилась. Да не сама, она появилась Сому АСМ в составе набора за 15500 золота. Если вдруг какая-то из этих машин вам не нужна, у вас есть возможность приобрести себе каждую из них за 8500 золота, но в данном случае вы будете получать только машину и слот в ангаре, ничего более. Сама машина довольно неплохая, если брать, допустим, ту же самую прогу, я имею в виду, но все-таки ценник 8,5, мне кажется, немножко завышен. Нормальная, адекватная цена на нее 7,5. Что касается Сому АСМ, я бы его оценил в 1007,5, ну окей, хорошо, в 8. Что касается того, чтобы брать их по отдельности, получается не сильно выгодно. Именно поэтому в составе набора гораздо выгоднее приобрести себе данных два аппарата, которые будут вас радовать в боях. Что в набор входит? В набор входит три камуфляжа, да, на удивление три. Один каму на Проджету 46-ю, вот такой вот. Я бы не сказал, что он прям яд, прям вообще смокота. Что касается второго камуфляжа, то данный каму является легендарным. Но, честно говоря, вот это вот все касающееся игровых событий, касающихся турниров, на машине смотрится как-то не сильно. Хотя, опять-таки, на любителям. Ладно, пропуская вопросы камо и возвращаясь к камуфляжу на Сому АСМ, хотелось бы отметить, что на данной машине действительно смотрится очень классно. Вот этот камуфляжик мне нравится, и я бы себе с удовольствием его хотел на своего Сому одеть. Что касается всего остального, есть X5 в количестве целых 15 штук на каждую из данных машин. Да, не поможет вам прокачать какую-то ветку, но существенно поможет вам поднять ваши копилки, ну а главное, ваш элитный опыт экипажа. Есть анимированный аватарчик, которым, честно говоря, уже подзаколупали. Уже хотелось бы либо чего-нибудь из старенького, либо совсем чего-нибудь новенького. Ну ладно, это опять-таки дело на любителя, ровно как и каму. И открытое все оборудование на обе машины помогут существенно сэкономить вам серебрянди, потому что на 8 уровне каких-никаких, а все-таки серебряных монет все это дело стоит. Вот такой вот наборчик есть на продаже. Честные обзоры на машины появятся на канале сегодня. Буквально в ближайшие там пару часов начну выкладывать видео за видео, поэтому подписываемся на канал, как я уже сказал, ставим палец на колокольчик, пишем свои комментарии по поводу машин, по поводу набора и по поводу того, что вы считаете за целесообразное купить, по какой цене и имеет ли смысл брать это в составе набора. А на данный момент у меня все, я побежал снимать для вас честные свежие обзоры, ну и жду вас у себя на канале. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока! Редактор